в меру хрустящее, мягкое, нежное и очень ароматное печенье с изюмом. Вам больше не придется ходить в магазин. Очень вкусное, изумительное, нежное печенье. Простые ингредиенты, считанные минуты. Поехали готовить. Берем одно куриное яйцо, 50 грамм сахара, пакетик ванильного сахара, 50 грамм сливочного масла, 2 столовые ложки молока. И венчиком хорошо миксуем. Прокачайте руки, не дай себе засохнуть. Добавляю 50 грамм изюма, 5 грамм разрыхлителя и просею 200 грамм муки. И берем свою ручку и замешиваем тесто. Если ручку соседа взять. Можно мужа или ребенка воспользоваться их ручкой. Тесто получается мягким, эластичным. И податливым. И податливым. Как хорошая хозяйка. Или муж, который приносит зарплату и отдает всю жене. Без, и много. Без заначек. И много, да. А то можно 3 рубля принести, а можно 3 миллиона. Какая цифра вам больше нравится? На какую цифру вы более податливы? На какую зарплату вы более податливы, да? На 3 рубля или на 3 миллиона? На что готовы вы ради 3 миллионов? На что вы пойдете? А ну колитесь, давайте. Тесто готово! Можно аж руками без скалки, если у вас нету, раскатывать. Если у вас нету скалки, продолжайте рукой растягивать тесто. А ежели вы все-таки с мужем за 3 миллиона и у вас есть скалка, то раскатываем пласт толщиной в 3-4 миллиметра. С мужем за 3 миллиона, у него своя кухарка. Ну, ее ж нужно тоже научить. Тогда просто этот рецепт своей домхозяйке, домкухарке даете, и пускай она вам печет. Ну, или пригласите меня за 3 миллиона, я буду вам готовить. Все, выезжаю. Выезжаю, да, хоть в Сибирь. Корж готов, и теперь нужно порезать его на печенюшки. Берем печенюшки и переносим их в противень, застеленный пергаментной бумагой. Форма 2 по геометрии. Сойдет, 2. На тебе кружочек, ты хочешь кружочек? Кружочек ложи, я съем его, давай. Ну да, тебе кружочек. Я не люблю вот эта непонятная форма печенья, мне она круглая. Перфекционист. При желании сверху можно печеньки еще смазать молочком. Или яйцом. Но сейчас куры плохо несут, поэтому будем экономить яйца. Что они несут? Они несутся. Они не несут. Не несут, куры ничего не приносят. Приносят сейчас коровы. Куры ничего не приносят, поэтому мы молоком вскроем печенюхи. Ну а шо? И по зависимости, у кого что есть, куры или коровы. Тот тем и смазывает. Отправляю в разогретую духовку 180 градусов минут на 10-15. У нас он корабли видны. А у нас корабли виданы. Вы приготовите их за несколько минут. Вкусное печенье с изюмом. А свои эти сама забирай. Мои. У меня выпекались 15 минут печеньки. Давайте дегустировать. Вика разломала, уже половину съела. Теперь я попробую, какие они на вкус. Я эти печенья пекла, чтобы сегодня пойти в гости. Но Вика сказала, что мы их никому не дадим, потому что они мега вкусные. Это мои, все. Очень вкусные. Боже, они такие мягкие, с хрустящей корочкой и вкусным изюмом. Восхитительно. Если у вас в семье больше 2 человек,
делайте двойную порцию печенья. Во! Этот великолепный рецепт для вас, а для меня я буду благодарна вам, если вы поставите нам прямо сейчас лайк, напишите комментарий, какой сегодня у вас день, что хорошего прямо сегодня утром произошло. Напишите в комментарий, я почитаю, интересно, давайте узнавать друг друга. И кто впервые на нашем канале, то присоединяйтесь к нам, нажимайте красную кнопку подписаться, и вы увидите еще не один легкий, простой, вкусный рецепт, обещаю. Ну что, друзья, желаю вам отличного настроения, море улыбок, будьте здоровы, счастливы, активны, обнимаю вас и до новых встреч. А с вами мы Райвика, пока! Ой, а прикольно тут. Ага. Так прям затишно тогда. Уютно, смотри, там уютно, лавочки. Тихо. Где вы, девочки? Покажи, что нам нужно вначале забраться вон там, на гору. На гору. А потом в качестве презента в этом ресторанчике поесть. Вон медуза плавает даже. Ого, какая большая. Видишь медузу? Трики видно, видишь? Нос Чиракман. Чиракман. Теперь еще наверх. Мы почти дошли уже с моря. Как красиво, хоть загорай. Красивое такое, да. Хоть загорай. Можно вправо пойти, можно влево. Ну, пошли. По указателю нам туда вправо. Вправо? О, пойдем вправо. Да. Лола, Лола, пошли. Посмотри, куда оно летит. Сними его на обрыве. Вот на обрыве. Вот что ты там забыла? Казагора. Вот срочно нам надо куда-то, да? Какая красота. Угу. Тишина, спокойствие. Гладь вообще, ни одной волны. Купальники забыли. Забыли купальники. Будем нагишом купаться. Нечего восточную сладость, еле-еле. Все, значит, без купальников пока. Да-да. Плаваем. Красотища. Боже, ну море прям. Ну прям тихо, первый раз такое вижу.